И вот наступил третий день. Сейчас я уже готов, иду, несу документы, и меня будут выгружать. Надеюсь, что выгрузят быстро и сразу же домой газону. А кто? Полез. Ехал писуна с короткими вилами, думал, сейчас я выгружу. Ага, отправил его с другой карой. А не. Сейчас, погоди, погоди, стой, стой. Блядь. Забрал документы, поставили подпись и печать. Сейчас буду выдвигаться в обратную сторону. Блин, кто зашел. Сука. Ё-моё. Сейчас нахер. Вот, выпал снег. Ну, начинает падать снег. Такой большими хлопьями. Ну, надеюсь, что будет все хорошо. Проберусь. И то, что перевалы не заметет.
эстонцы стоят, ночуют. Погода просто капец как изменилась. Вчера солнце было жарко, сейчас минус один и снег такой валит капитальный. За ночь тоже снега под выпало прилично. Но дорога пока что еще просто сырая, не замерзшая. Городишко маленький. Вчера по центральной улице прошелся, нашел только два магазина, которые работают допоздна. Вот и мне попала плохая погода. Обычно бате попадала где-то раза 3-4. Плохая погода. Один раз со мной нормальная попала. Ясная, как вчера. Сейчас погода задница. В принципе, не такая еще большая пурга. Ну вот и начинается первый перевал. Обочина. Снег убирает. Сейчас спуск пошел с перевала. Блин, ну вот тут в заливе очень мелко. Я вот сейчас еду, и дно видно. Классно. Не знаю, я бы тут остался жить. Места красивые. Если честно, даже не знаю, что там добывают. Но выглядит прикольно. Интересно, вглубь горы далеко они пробрались или нет? Да, с деревьями тут, конечно, проблема. Одни какие-то березы стоят кривые. Деревьев нет. Стопудово, наверное, из Финляндии заказывают. Доски и все остальное. На пельку. Не, классный склон, мне нравится. Офигенно. Особенно вот эти вот сетки стоят, улавливающие камни. Ни разу не видел, чтобы в них камни были, конечно, но... А почему по всему склону не стоят, не знаю.
только в определенных местах камни падают, что ли. Какие-то ограничения, 10 тонн, 4 метра. Типа не всем грызом туда можно переезжать. А, вот новый мост, наверное, делается. Более такой, чтобы грузовые могли заезжать стопудово. Орешки бегают в загоне. Вот он, загон, сетка. Мурманск направо, Крикенес налево. Блин, до Мурманска еще 250 километров ехать. Вроде бы компот. Как же далеко. А до дома потом еще от Мурманска херва тучу километров 250.
паспортный контроль. Все, одеваюсь и пошел проходить границу. Потом прокомментирую все то, что было на границе. Норвежскую границу я прошел. Сейчас осталось русскую пересечь. Что-то так все узенько. За паспортом топайте быстрее. А? Да, да, да. И сам лично я, да. Ну, то же самое, проходит санитарный контроль. Ага. Паспортный. Ага. Ну, дальше там можно, уже транспорт. Все, понял, хорошо. Все документы у нас с собой, да? Ну да, должны быть все. Здравствуйте. Я у нас кто? Фамилия? Да, санитарный контрольный контроль, я имею в виду, у нас перевозчик? Да. Мой ИП-7. ИП-7. Ну, частный ИП-7. Пожалуйста. Конечно, без проблем. Не первый раз. Да? То есть вы знаете всю процедуру? Конечно. Я родина, я на тому же. Борис Ильевский. Просто в Финляндию часто езжу, поэтому все знаю. Ухо чуть-чуть. Никогда вас не пересекали? Или вы уже давно не приезжали? Через эту границу я пересекал в феврале, так как вдвоем был. А сейчас через эту границу я первый раз один был. Да? У них в Москве, и они в режим изоляции ждут результата, какие они все-таки мутографы. Получение уже это. Так, вы завязали, я даже не полезла. Нет, я понял, мне что, показать? Да, вы мне покажете, да, маски, перчатки, антисептик. Ну, хорошо. Вот он, антисептик. Так, если это, конечно, антисептик. Ну ладно, хорошо, перчатки. Это антисептик, ну, ага. Специально брал. Угу. Им обрабатывают руки? Да. Ага. Вот перчатки. Угу, маски. Маски, не там сверху. Что говорите? Машину чем так, это маски, ага, машины. А я салфетками объяснял, но салфетки сейчас уже кончились, да. А других я не знаю, какими другими. Пойдем сейчас там допишите, что. Хорошо. Салфетки на крючатом и на сумке. Ваша компания в штаб обратиться. Угу. Ну, чтобы он свой список подал, правильно? Да, да. Снимать нет.
шапку, маску. Да. Мало ли, изменился, пока ездил. До свидания. Здравствуйте. А мне в какую сторону? Куда? Да. Я постой. Куда? Спасибо. Хорошо. Здравствуйте. Пожалуйста. Все, куда? Да. Вы докуда едете? В смысле, до дома? Ну, я понял. В Мурманск? Нет, Ковдорский район. Ну, в Ковдор. Ну, через Мурманск? Да. У меня на выезд просто есть российская группа, это моряки. Они сейчас выезжают. Да. Вот один моряк не может ехать. В маске, все, нормально. Не может, почему? Потому что у него, не хватает документов. Ага. Не потому что он террорист, не надо. Не, я понял, такая хорошо. Того хотя бы там никеля запрямо его довезете. Так нет, если можно, так без проблем довезу. Нет, я вас, вы же водитель, то вы сейчас скажете, как я, просто человек отсюда не уехал, сами понимаете, сейчас машина не ездит. Нет, так без проблем, если как бы. Просто вы как водитель. Если можно, я могу забрать, конечно. Нет, можно, но. Это я у вас, чтобы вы. Нет, заберу. Все, добро. Спасибо. Да, я же. На границе меня попросили забрать одного моряка, типа он будет в маске, в перчатках. Все остальное, не знаю, сейчас заберу его, до никеля довезу. Я думаю, дальше не надо будет. Надеюсь, что все будет нормально. Короче, меня посадили на карантин на 14 дней домой. Выписали документы, постановление. Поэтому из дома никуда не выходить, даже в магазин. Что делать теперь буду, даже не знаю. Наверное, видос смонтирую. Добрался уже до никеля. Выехал, проехал, забрал моряка. Сейчас стоит, курит. По телефону разговаривает. Ну, повезу его до самого Мурманска. Пожалел мужика. Ладно, погнал до дома. Сначала Мурманск. Там покушаю и потом домой. На этом мой путь в Норвегию к викингам закончился. Спасибо за просмотр. Впереди много интересного, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики. И до новых встреч. Всем пока.